Упрямство и нежелание принять помощь от республиканских властей продемонстрировала должница по ипотеке, проживающая в Абакане. Январское выселение женщины с двумя детьми наделало много шума. Семья Шулбаевых купила жилье в кредит 10 лет назад. После рождения второго ребенка взяли ипотеку под мат-капитал. Но потом глава семейства потерял работу, и Шулбаевы просто перестали платить кредит. Целых 4 года. Когда я приходила, вот эти документы давала, то, что мужа сократили, что у нас доход упал, там все тому подобное. Они, никто ничего не отвечал. Дадут нам реструктуризацию, там, дадут возможность, там, допустим, по 10 тысяч платить или нет. Никто ничего не говорил. Банк расторг договор, подал в суд и выиграл. Квартира за долги должна была перейти финансовому учреждению еще в 2017 году. Работа по выходу этой семьи из кризиса началась задолго до выселения. Елене Шулбаевой предлагали устроиться на работу, встать в центр занятости, чтобы выплачивать долг. Подключились Министерство социальной защиты, аппарат уполномоченного по правам ребенка. Ведь двум несовершеннолетним детям надо нормально жить и учиться. Женщина отказалась от любой помощи, фактически проживая в чужом жилье и даже не оплачивая коммуналку. Наша задача была без всяких, очень спокойно выселить их из этого жилья. При этом мы побеспокоились о том, где они могут проживать первоначально во времени. Потому что в судебном решении было указано без предоставления жилья. Понимаете, это было указано прямо. При этом мы пытались ей оказать помощь, чтобы не выселять в зимний период. Подготавливали проект для того, чтобы она обратилась в суд с этим. Она в суде отказалась. Она, ну, человек занял в какой-то момент абсолютно неправильную правовую позицию, понимаете, и сами загнали себя в такую ситуацию, что дошло до судебного решения о выселении. Вместе с тем семья на улице не осталась. Сейчас Шулбаевы временно проживают в социальной гостинице.